Цель ежегодно проводимого в Самаре фотоконкурса под названием «Лето с Зенитом» очевидна. Это пропаганда фотоискусства, продвижение культуры пленочной и цифровой фотографии и, конечно же, обмен приобретенным опытом как между профессионалами, так и любителями этого популярного вида творчества. В нынешнем состязании талантов принимал участие сотрудник нашей телерадиокомпании Александр Котов. Всем участникам в своих фотоработах необходимо было отразить главную тему конкурса – лето, солнце, отдых и спорт. Тема как разноплановая, так и достаточно яркая, поэтому и участники конкурса, и зрители с большим интересом вглядывались в представленные снимки. Нашему видеоинженеру Александру Котову удалось войти в тройку призеров, причем не среди любителей, а среди профессионалов. Он был награжден дипломом и фотоаппаратом. От души поздравляем коллегу с успехом и желаем новых побед!